Ну а перед началом данного ролика я рекомендую канал Макс Трис. Подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также заходи на любой его ролик или на мой также. И тут тоже ставь лайк обязательно. И тут есть описание. Дискорд, ТикТок, лайк. Если ты не хочешь нас потерять, пожалуйста, подпишись. Также ВК, Фейсбук и там что еще не закончено. Всем привет, меня зовут Макс Риск. И как видите, аватарочка просто такая хорошая, красивая, мне очень нравится. В общем, как я это сделал, так нажимаете, выбираете любого персонажа, нажимаете рамка. То есть это не значит, что у меня один одноглазый Эрик с одним глазом только будет. Вы думаете то, что у этого чувака не будет такого этого одноглазого? Стоп, а что, и правда не будет? Да не, вот, смотрите, будет все. То есть можно выбирать какого хочешь, но мне как-то нравится Эрик, я не знаю как, но это совместно. Понимаете, что мне дали? Отвержение, нет, отрождение. Отражение, точнее, отражение. А дайте информацию. Каждый из нас в чем-то сломан. Не так ли? Давайте в награду за достижение. Дается награду за достижение. То есть, что выполнил, чтобы получить такой скин. Очень офигенный, кстати. Вот смотрите, сразу видно, что очень красив. Так, первым делом мы отправляем. Я уже отправил воина вроде бы. Они уже вернулись. А, вон они, кстати. Че там стоите, мои воины? Палатку себе тут поставим. Ну-ка, давайте в бой. Так, вот, нажимайте здесь. Сегодня, наверное, будет гайды, тактики и все в этом духе. Давно ролики я не делал, часто это не делал. Ну, конечно, праздники, потом учеба, потом уже. Кстати, когда мне будет 18 лет, то я вам спешу влог и скажу хоть сегодня то, что мне подарили. То, что. Вау, классная статистика. Такого раньше не было, думал, она офигенно. И мне подарили подарок за то, что за инвалидность, типа того. А если хотите посмотреть, то не, ну, камеру мне, поэтому слушайте, что подарили. И напишите в комментариях, что это может быть. Вау, смотрите, тут маленький этот сундучок, а тут огроменный, слушайте. Разработчик, это хорошо, конечно же. Это очень хорошо, только как-то. Как-то мне интересно, это что еще такое? Так это же не банан. Или это банан, или что это такое? Это новый предмет. Офигеть. Золото, золото, золото. Смотрите. Серебро, серебро, серебро. Почему серебро? Вот, серое, серое, серое. Золото, золото, золото. Слушайте, они делятся нам по серебристым, по бронзе, не знаю, а по золотому серебро делятся. Шок. Что за банан этот? Спасибо. О, можно еще? Сеньки. Давайте заберем, чтобы потом не мучиться. И это круто, что дают такие подарки. Теперь я сделаю еще ролик. Вау, 2К. То есть солдаты. А почему, говорите, мне столько мне дают? Скорее всего, я вообще играю в Age of Apes уже полгода. Полгода играю, и тут столько новых квестов, которые я не открывал. Забирайте все, что есть. Тут я помню, а это я вообще никогда не помню. Вроде бы такого вообще не было. Ха-ха, туда 7 уровней еще есть. Такого не было у нас. Надо было такой обычный квест. По большому счету у нас был такой на время. И такой тоже был. Значки. А эти вот новенькие поддобавили, поэтому мне столько наград. Прикольно, так, подождите, какую. А, точно. О! Слушайте, а тут теперь не сундучок, теперь тут какие-то подарки. Окей, интересно. Интересно. Итак, излечаем вперед бой. Возможно, они уже вернулись. Банан вообще не знает, зачем они нужны, потом узнаем. Как насчет карты? Окей, посмотрим сейчас. А почему я? Я же изменил атарочку, а вот они. Это мои воины, реально? Один там потерялся. Так это чей? Ладно, ладно, это не мой. Я понял, он там. Итак. Ну, дело дрянь, конечно. Не так нас захватили. Но это не важно. Главное, чтобы. Ох ты.
чтобы мы открыли все персонажи и все будет шикарно. Давайте. Бам-бам-бам. Блин. Какой. Ой. Ладно, случайность не бывает. Случайность не бывает. Ну, не знаю, ну хоть как-то. Возможно, вот что нам показали. Такого филета укротить картиночку, такого я никогда в жизни не видел. Так, ну это видео синее, там фиолетовое, я такое не видел. Возможно, нам показали, как это сделать, интересно. О, оттуда оно вообще не было. Кстати, давно не играю эту пушку. В общем, друзья, тут есть такая сложная игра. Ютуберы записывали русскоязычные про эту игрушку. А HBS не играет. Не просто в эту игру засели, слушайте. Скажите, а почему в этой игре такое добавили? По-моему, это у нас была первая игра в Edge Waves. Да, мы добавили самолетики. И все, это была самая первая ракета еще. Кстати, в обновлении Edge Waves сказали, что будет можно взлететь на Марс. А, да, там уже есть обзоры, блин, я не понимаю, как понимать. Это первая игра Edge Waves, которую разработчики так сделали, как я понял. Непонятность. Да, а о. Знаете, чем тут ошибочка? Жаль, что тут нельзя класс хотя бы вот так вот. Потом трубочка, оп, перевернется и внутрь пойдет. Там хоть переместить или надо. Ну, думаю, прекрасно было бы хоть как-то. А то видно, что все на картинках. Декорируется. Тут анимация. Ну, ладно, ладно. Угу. Ну я не разработчик. А может мне стать тоже разработчиком, а? Попробуем, если мне сделать разработчика игр. Будет, наверное, прикольно. Что это такое? Среднее расширение армии на 4 часа. В течение 4 часов ваши яички. Яички. Марша смогут нести 25 больше войск. Может ускорить кому-то хорошо взбудрить. Ну это, кстати, классно. Будем все покупать, чтобы потом. Кстати, вот эти потом бизнеса. Бизнес. А что это такое у нас? Усиление атаки. Ну не знаю, зачем усиление атаки, нам нужен бизнес. Так, как играть в бизнес? Нажимаем здесь. Да, сначала эту штуку. А мы ее включили? Да вроде нет. Так, как там включить эту штуку? Бизнес мы делаем. Вот так, дальше что это такое? Увеличить защиту войск. Ну давайте, один разочек на 5%. Вообще мало, конечно, большой. Вот, друзья, вот. Новая обнова. Регистрация. Астральная коллизия. Регистрация, вот она, дата сегодняшняя, да? А, да, сегодняшняя. Так, а прям, я что, успел? А, регистрация закончится через 2 дня. Ну, в общем, ладно. Матч. Потом бой, потом забрать награды. Вообще, вот она, появляется правила компьютера. Офигенно сейчас. Фон, игра, ага, неинтересно. Картинки покажите. Ох, ох, ох. Интересно. А, можно мне на приюшку? Ага, ага. Что это такое там? О, опа-на. Так это новая карточка. Вот, чем дело. Ага. Так, я понял. Ага. Так, желание... Как там? Желание каюта. Не знаю, что такое. Оу. Стой, а можно мне скрин реально взять? Потому что... Привычки же нет. Вот, кстати, да, показывается. Синий и красный. То есть тут двое. Сражаются, тут центр, тут база, никто ко мне не может пойти, может пойдет, точно. Так, сейчас скрин сделаю. Если не найду где это скачать фотографию, то придется так вот делать. Блин, я же ютубер, почему? Думаю, так будет легко, а теперь давай сам монтирую это все. Это шопе. Статистика боя. Давайте регистрация. Опа. Пожалуйста. Выберите предоставящее время предпочтительское время боя. Можно поменять в бое время до окончания регистрации. Угу. Локация. Блин. Ну блин, мне не повезло, что ли? Тут должен быть куча заявок. Ладно. Локализация 01.30. 4 дня. Ага. Ну, возможно, я не приду. Ой. Все же тут есть 2 из 2. Так, суббота. НТС. А что такое? Вроде бы
не наше время. ТС, ну к же напишу. Французская там, испанская. Тот центр. А, немцы, немцы. Центр немцы. Вроде бы. Так, сейчас это напишу, потом узнаем. Куда, какое время? Что я понял, наше украинское время. И не русское время. Итак, что это такое у нас? Время. Сосветний кардинальный час. Ну, окей, время. Сейчас. О. 11:16. Ага. Встретиться. Если я отключу функцию, тут у нас пишется. Делать лень, конечно, я, наверное, не успею, но ладно, скажу вам. Так, час 11:16. Украинское время, которое я живу. 13:16. 2 часа разницы меньше. Угу. То есть тут 14:00 и 15:00. Получается минус 2, 12:00, минус там снова 2, 13:00, 12:00, 13:00. Это не факт, что я зайду. Дальше другое. Локальное. А что такое локальное? Локальное. Киевское, там, не знаю, там, локальное время. Интересно, какое это? Опа-на. О, слушайте, а это прям наше время. Это наше время. 13:17 локальное время. А точно? В общем, выбирай сам. 12:00 до 13:00 суббота. Почему? Можно любое время, а то реально не успею. Выходный день, пятница, суббота, неделя. Ага, суббота. Не факт, не факт. Вечером факт. Факт есть. Выбираем. Мне скажете потом. Все, пошел. Пошел. Что дальше? Ладно, подожду. Очень заказал. Ух ты, баннер, слушайте. Они прикольно сделали, слушайте, реально кайф. Так, там время идет. Только я снимаю. Так, чтобы недолго. Итак, что мы видим? Защита скоро пропадет. Да, не пропадет, но вообще четко. О, давай, давай. Опа, на бизнес делать, бизнес вот так. Как они это говорят. Тихо, дай же ты мне вот эту награду сбрать. Подписчикам показать. Блин, раньше бы по-другому забиралась. Так, теперь герой покажи. Там, у меня новый герой. Ах, танк! Громилу танка. Так, вот такие мои герои. Ха. Герцог Шон. Неинтересно. Дружок. Боевой спутник. Ты что у нас? Боевой спутник? Окей. Ага, там. Так, боевой спутник. Где он? Спутник, которого отец Шон, это отец Шон, по-моему, получил в награду от мастера механиков. Мастер механик, по-моему, это чувак, честно. А, блин, не тот мастер механик. Ладно, ладно. В общем, ему сделали машину робота, который повторяет за ним. Понятно, думаю. Потом будем читать не сегодня. Итак. Давайте зайдем здесь, пособираем бесплатный гайд о том, что нужно собирать эти все призы, доходить до Вира, прокачиваться, получать больше награды. Так, сказал Брэд, давай клан. Клан, что у нас в клане есть? Пожертвования. Рекомендую жертвовать едой. Почему так? Потому что у нас есть один герой, который берет больше еды. У нас нет ни одного героя, но возможно есть там герой. Легендарный. А обычный герой может дать вам... Сейчас скажу, как его называется сейчас. Чтобы вам понятно. Экономика такая важна. Сейчас тут нужно выйти куда-то, например. Ой, это моя. Давайте. Вот так. Ох ты, красиво. Вот этот чувак. Сэр Френис. Именно сэр Френис. Сражайтесь с ним. А че нельзя драться? Активность. Через 5 минут. Стоп, а вы там? Можете к ним подойти? Мне удалось начать марш, вот блин. Тогда назад возвращайтесь на базу. Итак. Да, типа того. Ага. Ага. Так. Чувак, который сейчас должен показать. Это клан здесь. Вот он, в общем.
Он дает нам больше еды, поэтому я могу и пожертвовать. Чем брать и жертвовать, так скажем, железо, это как он вообще не эконом. Тут 10к, тут 10к. Не, ну можем батарейку еще, в принципе, но батарейка нужна. Эволюция. Так, а. Что такое? Качать может? 5 штук, не хватит. А. 10к сразу, ага. Не, ну, в принципе, можно. Хопана. Так, читаем. 41к и там буквально 2к нужно еще. Нам можно так по суточке. О, 21 штуку. Красава. Ну там лишь. Итак. Это квест. Это не я, это квест. Там, кстати, показано, вот. Не мало эту штуку. Чтобы ускорить марш с войсками, чтобы защита повышалась. Это стабильность. Здоровье, давай. За здоровье. За здоровье. Так, дальше ты. Что есть? Включить атаку войск. О, давай, красава, нужно атаку прокачать. Молодец. Скорость сбора пищи, железа. А, вот, тут тоже есть скорость сбора пищи и железа. Но, друзья, ну, если вы качаете железо, то берите пищу. Ну, советую пищу. Она вообще миллион. Здорово лечится. А только у вас солдатов защита громил. Значит, скорость войск. Угу. Здорово лечится на 0,5. 1% лучше. Угу. Дальше. Защита громил. Ага. Больше урона. Гонщиков. Громила под предводитель. Лидерство героя наносит гонщику. Больше урона. Атака громил. Защита громил. Давай защиту, а то слишком мало у нас. Громил, тем более. Экономика просто растет сейчас. Раньше вообще можно за пару секунд регенерировать. А теперь, ну он третий, нормально. Так, кстати, а че не прокачался? Точно, я не качаюсь тут. Ну, вроде бы качаюсь, вот. 15 часов ждать, в принципе. Так, а это что такое? Нанять? А. Лаборатория это. Опа, я тут забыл. Я кое что забывал. Хована. Так, дальше. Ты давай, давай, давай. Знаешь, кого-то одни сермы. Обслуживаем второй, третий. До следующего ролика, в принципе, да. До следующего. Офигенно. Так, дальше, что это такое? Ага. Это потом уже, да? Декорейшн смотрим. Ой, боксер, ой. Дальше сообщение приматом. Ага, подписался. Так у них есть ТикТок канал, я тоже там. Офигеть, ВК, Инстаграм, ой. Подождите, Ютуб, ага, Дискорд. Офигеть, ну давай ТикТок пострим вместе с вами. Ну я же вам говорю, что у меня есть ТикТок тоже. Ну я раньше вроде бы должен быть. Вроде должно быть больше подписчиков, больше лайкосов. Просмотры тоже можешь считать, не думаю, зачем, но не пишется. Так. Офигеть, 465. Ага. Тысяч. 465 фоловерс подписчиков. 28 видео. Да блин, не записываю ролики. Я понял, один раз я зашел сюда вот. И у них там мой. Скачать. Нет, подождите, вот the guys. Так, сейчас минуточку, ваше внимание, подожди. Блин, сори. А вот. Итак. Я тоже один разочек пострел, и что сказать хочу. Это то, что... Окей, я потом установлю. Стоп. 1 миллиард? Я скачаю на телефоне, на ПК, окей, нормально. Окей, чтобы попроще, чтобы мне достать эту функцию, так, давай, закрывайся уже. Это, блин, такая реклама, ладно. Итак, 688 лайков. Теперь я, моя очередь. Моя очередь. Это, блин. Тут даже нет поиска нормального. Ладно, придется так писать. Сейчас покажу кое-что. Запоминайте цифру. 400-500 подписчиков. Давайте, 1000 подписчиков, 1000 лайков. У меня не так много, но думаю, наверное, сойдет. 1000 подписчиков, 1000 лайкосов. А, блин, так долго искать? Давай, давай, Макс Рис, покажи. И закончим ролик. Блин, так долго, реально. Это ваша ссылка? Не лагать. Ой, куда пошел? Так, ага. Мах. Не, он там. Ой, ё-моё, Мах. Риск. Вот.
Итак, моя страница. Вроде бы я. Я не знаю, как я подтверждаю ее, но думаю, нормально сойдет. А если нету. Да блин, знаете что? Сейчас. Нет. Не, о, вот это давай, Google. Так, дайте Google тогда. Что делать? Вот так вот что ли? Макс. Подожди. Макс. Риск. Тик. Ток. Тысяча подписчиков, 1000 лайков у них, да? 1000 подписчиков, 1000 лайкосов. Блин, да, я знаю, это мои ролики. Ну а где ссылка? Ладно. Придется по роликам зайти. Запись пользователя Макс Риска. Это не моя запись. Не знаю. Зайду в любой ролик. Вот прям вот так вот, да. Только сейчас. Потом комментарии зайду. И тут у нас на телефоне, кстати, да, вот. Так, ТикТок. Твою ж магнитолу, тут нет ТикТока. Дай ТикТок. Дай ТикТок. Куда давай? ТикТок должен написать мне. ТикТок. Давай, бутычка нужно знать. Да блин, дай сюда. Эй, что за гайз? Трехчасового ролика, да я воюю. Все будут реально думать, что я реально в войне. Вот так, вот ТикТок. Гмайл, Макс Риск. Гмайл. Давай. Вот. Ага, я понял. Итак, того. Ой. Ну ладно, 4 раза больше их. Так, вот и вейпс. Офиги, как ко мне рамка. О, просмотры поднимаются. Так, что у нас тут есть? Смотрите сами. Тут их больше. Давай побольше, по-бырому. Очень интересно было. Закрываем. О. Ну, понятно. А что если я... О, Гмайл. А как это так? А ну. Ниточку вашего внимания. Сейчас я напишу Гмайл, как они сказали. Посмотрим. Как все будет выглядеть. Если у вас тоже есть лайк, канал, там, ТикТок, то пишите мне личное сообщение, будем с вами сниматься. Если вы живете в этом регионе. Ну, что? С Украины там. Как-то встретимся. На пару минут. Вот интересно, так думаю. Так, как там писать? Так, думаю, не важно. Гмайл. Мах. Риск. Блин, ладно. Ну что, всем эти просмотры, с вами Макс Риск. Офигеть, ТикТок тут у нас. YouTube. Все стоп. О, награда. Ага. Да нет такой награды вообще. Ладно. С меня хватит. Офигеть, не, наверное, хотят еще лайки зарегистрироваться. Она тоже там зарегистрировался, хэштег CageVapes написал, что потом. Они знали, что я был первый. Ну, если вы не верите, кто самый первый, кто снимает CageVapes в ТикТок, то это я, наверное. Подождите, точно. Я хэштег написал. Может быть, кто-то загружал без хэштега. Ну, показать вам. Ну, если вы останетесь в этом сейчас ролике, посмотрите до конца, то я вам покажу сейчас. Хэштег CageVapes, да? Сейчас. И там последний ролик. Там буквально до 10 роликов там. Так. Не, ну у них там сколько роликов, что капец. Блин, да стоп, а давайте же другое. А, ладно. Друзья, ну понятно, в чем. Я говорю, что я правда. Я был первый CageVapes, кто создал ТикТок. И заснял именно. И это музыка была. Это найти отличия. Понятно? Найти отличия. Итак, кто напишет отличия, кому-то скучно искать. Тогда из меня. Какая-то игра. Кстати, что создать игру, нужно потрудиться. Офигеть. Лучше, конечно, снимать. Но я, конечно, сделаю игру, обещаю, конечно. Итак, сделаем игру. Потом выложим в Play Market, потом скину каждому ролику, буду скидывать ссылки. Вот куда. Всем просмотр. А с вами Макс Риск. Всем удачи и пока.